Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ух ты ж, Джек Роуз. В прошлой серии мы добрались вот до такого места. Я не мог никак открыть дверь, но нашел камень все-таки наверху и да. С помощью Сталиса докинул его наконец-то. Ё-моё, как это было долго. Святилище Гихара. Давайте отправимся, посмотрим, что там за испытание. И будем добывать 12-ю сферу. Ну, короче, чтобы потом сразу качнуть 3 навыка. Так, что это? Одновременно. Ага. Так, где-то рычажок должен быть, да? Рычажка-то нет. Так, сковываем. Обрезаем. И заходим. Отлично, мы здесь. В чем была сложность, пока что не понимаю. Так, сейчас найдем. А, одновременно. Давайте попробуем. А чтоб сундук открыть. Открывается первое. Алмаз. Алмаз — это хорошо. Так, а в чем-то сложность? А, одновременно эти сбить. Это не сложно. Вообще ерундовая какая. Какое святилище было ерундовое. Ну ладно. Благодаря этому легкому святилищу мы добыли 12-ю сферу. И сейчас можем сразу же качнуть 3 раза наши навыки. Супер. Давайте отправимся. В принципе, сердца я могу с помощью желтых сердец догонять, да? Но опять же, если увеличу сердца, я смогу меньше брать их. Дополнительных атак. Слушайте, 60 святилищ пройдено. Это ровно половина того, что есть в игре вообще. 98 короков собрано в сумме, а их всего 900. Понимаете, мы даже 9-ю часть еще не собрали. Так, куда бы нам переместиться? Давайте мы... А почему-то мне хочется... Почему-то мне хочется в деревню Кокорико слетать. Давайте слетаем туда. Сразу же качнемся. Посмотрим. Кстати, можем сходить до феи. Посмотрим, что там у нас есть на прокачку. Слушайте, у меня же квест был. Кто-то хотел из короков узнать, как выглядит этот зайчик этот. Так, а есть ли он здесь сейчас? Помните, да? Голубенький такой, за которым... Так, это скрытный свет. Блин, ну ладно, его сейчас здесь нет. Феи появились, отлично. Сейчас подкрадемся. Давайте переоденемся в одежду скрытности. Мне нужны эти феи. Мало ли у меня будет использована
Милость Мифы. Как взять-то? Это я смогу взять точно. Так, одна есть. Тихо. Так, вторая есть. Нужно дождаться, пока она сядет. Слушайте, феи вообще тема. Воскрешают моментально. Так, есть. Еще одна осталась. Не смог, упустил. Стой. Ладно, давайте проверим, есть ли что-нибудь у нас у большой феи на прокачку. Может, мы насобирали каких-нибудь ингредиентов? Давай. Так, можем диадему с сапфиром качнуть и древнюю кирасу. Давайте качнем, это будет самая сильная у нас броня, в принципе, в игре сейчас. Защита от стражей. Супер. Да давайте улучшим. Чё сапфиры эти, продавать что ли? Защита от жары. Украшение Геруда. Всё, больше ничего невозможно. Ну и на том спасибо. Смотрите-ка, у нас сейчас самая прокачанная броня есть. Так, а кролика-то этого не нашел. Ну ладно, мы его еще отыщем. Может, не только в этом месте, где-то он еще есть у нас, по-моему. Можем, кстати, к импе зайти, посмотреть, что она там творит. Капсулу энергии давай. Да. Супер. Капсулу энергии давай. Потратим все на энергию. Зато сможем быстро бегать, долго, долго, быстро бегать. И плавать тоже, и карабкаться выше. Нет, 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 нет. Капсула энергии, извините. Супер. Слушайте, почти полностью третий круг завершили уже. Как я уже сказал ранее, я победил Ганнона. Это было достаточно непросто, но это было легче, чем победить Левера. Импа, привет! Куда мне идти? Я знаю, куда мне идти. В замок Хайрул. Ты найдешь Ганнона в замке Хайрул. Ну ладно. Теперь ты готов к бою. Слушайте, бой-то на самом деле, правда, был интересный. В несколько этапов проходил. Первым этапом было попасть в замок вообще. Изначально-то. Я еле-еле попал туда. Обходными путями, скрытными и избегая стычек с врагами. Но я попал туда. И первая фаза – это битва с бедствием Ганнон. Четыре чемпиона ударили по нему одновременно с четырех сторон. Ой, тут что у нас не взорвано. Ударили временно из монстров, из бистов. И ослабили ровно наполовину его ХП. Это было очень круто, это очень приятно. Потому что мне не пришлось биться с ним в полную силу в его. И после... Я победил его, да, и... Так. Так, 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 не вовремя, все не вовремя, ребят. Их не исчезай. Все не вовремя, все не вовремя. Ну, короче, я победил его. И, получается, он принял новую форму огромного монстра. Привет.
Есть о чем задуматься. Я переживаю за огородников в деревне Кокорику. Деревня славится морковью и тыквой, но похоже у них там раздор какой-то. Да вроде никакого раздора. Подумаешь, кто-то тыквы ворует. Так, лошадки. О! Ничего себе, алтарь. Ну да, наш-то путь прямо. Наш путь прямо, и на самом деле даже не знаю, как туда снова идти. Прям страшно, не хочется. Но в принципе, я говорю, это было довольно несложно. Мне теперь интереснее вот туда забраться. Почему это я до сих пор не... Еще один. Почему это я еще не прошел это святилище? Давайте поднимемся туда. Блин, время 2:30, это значит больше нежити всякой появляется. Так, а что здесь? Я понял. Так, высший меч. Слушайте, надо обезопасить себя. Надо обезопасить себя и одеться. Так. Лук самый сильный. А, и все. Да пошел ты. Как он здесь оказался? Я вообще был не готов. А, еще враг. Пошли вон. Слушайте, но... Да. Тут ингредиентов пособирали. Для изготовления стрел. Нам нужны будут стрелы 100% при финальной битве. Я еще раз пойду с ним биться. Почему бы и нет? Я хочу максимум прокачаться, пройти побольше побочных квестов. И побить Ганнона еще раз. На лучшую концовку. Потому что, насколько я понял, нужно... О, черт. Отразили. Как их много, да, стало? А, он еще жив. Видите, он... меч сразу же... Меч сразу же загорается, начинает светиться. У него повышенный урон идет на бедствие, на Ганнона. Потому что это древнее зло, типа, и у него повышенный урон на древнее зло. Так, корок. Замечательно. 99-й. Почти сотка уже. И мы накопили 12. Так, тратить не будем. Так, раз, два. Мы тратить не будем уж на этого, на обычных врагов. Высший меч. Он не ломается, конечно, но у него заканчиваются силы. То есть у него просто заканчиваются силы. Слушайте, а... Когда же я найду щит легендарный? Я не знаю, как он называется на самом деле, но я видел щит, который... Да ё-моё! Ребят, я не хочу с вами сражаться. Ну, просто время тратить не хочу даже на них. Вообще, ни капельки. Давайте заберемся наверх.
там святилище, там испытание, там что-то интересное. Тут какие-то развалины. Воу, нифига ты даешь. Как-то неожиданно они меня тут поймали. Так, а тут, тут снова головоломка с короком. Давайте сделаем. Так, оп. Супер, 100-й корок, поздравляю, юбилейный. 1/9 часть у нас найдена, ребят. Страшно интересно, как мы будем собирать остальных 800 короков. Так, что у нас тут? Железный кувалд с большой прочностью. Ну, давайте возьмем. Неспроста же она здесь. Так, забираться не хочется самому. Взлетим. Как-то плохо взлетел. Так кажется. Так, одеваем костюм для скалолазания. Чуть быстрее будем передвигаться. Не знаю, делает ли кто-то так, кроме меня, я не знаю. Наверное, делают. Мы просто заколебались бы, наверное, подниматься. Я всегда меняю под окружающую среду костюмы. Если я в воде, я меняю на костюм Зора. Если я... Естественно, в Горнграде я надеваю броню, потому что без брони, ну, никак. Я сгорю просто-напросто. Ой. А оно же еще выше. Вот это да. Ладно. Давайте поднимемся повыше. Так вот, когда карабкаюсь по стене, я надеваю... Так, ветер сильный. Отлично. А, здесь корока мы уже искали. Ничего себе, я что пытался... Нет! Вот дурак. Давайте попытаемся взлететь. Ну-ну-ну, ползи, Линк. Да что с тобой? Ничего себе, вы видели это? Совсем закрутило пацана. Чуть не потеряли его. Тем не менее, мы на вершине. Святилище Шивениро. Слушайте, отсюда видно, интересно, что-нибудь? Какие-нибудь святилища еще? Да не шуми, я же знаю. О, еще испытание корока. Давайте корока поймаем. Так, яблочко нужно положить. Снова яблочко. Еее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 ee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 e
осмотрена уже карта вся, по-моему, пройдена по 100 раз, но находятся святилища какие-то непройденные. На вершине горы. Интересно, интересно. Люблю Зельду. Да, наверное, как и миллионы других. Давайте пройдем это испытание и будем заканчивать. Близнецы. Так. Запомни, что ты видишь перед собой сфер положения накрепко усвой. Святилище втором их так расположи, а в этом то решение предложи. Ага. Давайте, если поверху смотреть. 2, 4, 1, 3, 5. 2, 4, 1, 3, 5. А, тут нам дают сверху посмотреть. 2, 4, 1, 3, 5. Кстати, видели? Что здесь? А, сундучок. 2, 4, 1, 3, 5.
Клинок двуединства, но у меня уже есть такой. 24, 1, 3, 5. Запоминаем еще раз. Так. А как мне во вторую-то дверь попасть? А, подождите, что ты видишь перед собой? Ну, я это вижу. Как мне во вторую комнату попасть? И здесь какое-то другое должно быть решение. Не понял. Так, пока не понимаю. Что ты видишь перед собой? Ну, вижу я перед собой. Я себя их вытащу все. Так, интересно, а что происходит-то? А как это упало сюда? Запомни, что ты видишь перед собой. Сфера положения накрепко усвой. Ну, запомнили мы. В святилище втором их так расположи, а в этом то решение предложи. Как мне во второе это попасть в святилище? И это проход есть во второе святилище или что? Что-то я туплю, короче. Они все раскатываются все. Алло, ребят. Как мне попасть туда? Я запомнил положение сфер. Или я что-то не так делаю? Ну ладно, мучиться не будем, пройду в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, плейлист на прохождение Зельды будет в описании. Всем до скорой встречи, ребят, всем пока.